against the Russian version of Focus on the Family. Большинство из нас, уже прошедших тернистый путь переходного возраста, помнит болезненные физические изменения, сопровождающие этот период. Все мы переживали в свое время приступы страхов и смутных желаний, сменяющихся угрызениями совести и странные порывы. И уж, конечно, каждый помнит гипертрофированную чувствительность и ранимость, когда боль причиняет буквально все – неудачи, боязнь показаться смешным, собственная чрезмерная стеснительность, отношения с родителями, а больше всего – любые формы пренебрежения со стороны представителей другого пола. Одним словом, для большинства из нас переходный возраст – это плавание по морю в 12-бальный шторм. Сегодня мы пригласили человека, который не только работает с подростками, но и не побоится честно и откровенно побеседовать с ними на самые щекотливые темы нашей сегодняшней передачи из цикла «В фокусе семья». Наш постоянный ведущий, психолог, консультант по вопросам семьи и брака, доктор Джеймс Добсон.